Всем привет! Продолжаем знакомиться с богами Египта. Астарта, сирийско-палестинская богиня, тождественная вавилонской Иштар. Культ Астарты проник в Египет в эпоху гиксовского владычества, первый переходный период, и распространился в 18-ю династию. В Египте почиталась как богиня войны, покровительница боевых колесниц, дочь Ра, иногда его око. Центр культа – Мемфис, где Астарте и ее супругу Ваалу был посвящен храм. Отождествление Саннат и Сахмет. Вот так написано о Астарте в книге Ивана Владимировича Рак «Мифы древнего Египта». Пока-пока, до свидания. Узнали что-то новое.